песнями и, конечно, хороводами встречают начало лета. Именно в этой деревне Починок-Кучук Кукмарского района сегодня вновь делит со всеми радость окончания посевной. Увидимся со своими родственниками, со своими одноклассниками, однокурсницами. Мы сошли не платье вот в Кукмаре, вот такие красивые сидим, ждали. Очень красиво. Очень красиво. Потом клуб пойдем, в клубе будем встречать торжи. В Татарстане сейчас проживает около 20 тысяч марийцев, и на праздник приезжают из разных регионов России, чтобы пообщаться на родном языке и вспомнить общие корни. Такое праздничное настроение, очень здорово. То, что у нас в районе так дружно живут, разные национальности. Праздник очень нравится. Из других республик приехали, конечно, это очень здорово. Мне кажется, для маленького поколения это очень хороший урок, чтобы они продолжали эту традицию. Марийский семык, чувашский уяв, русский каравон – все эти праздники давно стали не просто национальными, а праздниками дружбы народов. Вот и сегодня поздравить соотечественников пришли татары, русские и представители других национальностей. Сегодня, обходя палатки, мы слышали разную речь, но мы все понимали друг друга. И в этой красоте, в этом многообразии наших культур и сила – нашей Российской Федерации. Семык в Татарстане уже действительно как фольклорный фестиваль, но для марийского народа это не просто праздник. Они искренне верят, что уже завтра наступит теплое лето. А учитывая погодные условия, на это вместе с ними надеется и вся республика. Альбина Аслагараева, Ренат Сафин, ТНВ, Кукмарский район.